Друзья, в наше непростое время сейчас кэшбэк это есть очень даже хорошо. Сейчас мы с вами выведем тот кэшбэк, который у меня пошел по рефералам. Давайте посмотрим в целом, сколько мне пришло денег. Вот я получил раз по 150, остальные по 50 у нас рефералы идут. И где-то здесь у нас был второй. То есть вам нужно скачать приложение по моей ссылочке. Вот и второй раз пройти регистрацию, и вы получаете данные денежки. Можете пользоваться, выводить на карты без комиссии и так далее, и так далее. Очень большие преимущества, кэшбэк и скидки. Но самое главное то, что работает реферальная система, и это приятно. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. Друзья, рад приветствовать вас на канале. Сегодня мы с вами поговорим об автономности iOS 16.3. Почему стоит оставаться на ней, если вы накатились, и на прочие вопросы. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. В поисках профессионального дизайнера для создания красивых и привлекательных превью и оформления каналов, тогда я рекомендую обратиться к нашему талантливому дизайнеру. Он обладает огромным опытом в создании уникальных дизайн-концептов и всегда готов предложить индивидуальный подход к каждому проекту. Наш дизайнер тщательно изучает каждый проект, чтобы создать оригинальный дизайн, который точно придаст вашу уникальность и привлечет внимание вашей аудитории. Он готов работать с вами в тесном сотрудничестве, чтобы убедиться, что ваше превью и оформление каналов находится на высшем уровне. Сделайте свой канал узнаваемым и привлекательным с помощью нашего дизайнера. Обращайтесь прямо сейчас, в описании есть ссылки, и получите оригинальный дизайн, который будет воплощать вашу уникальность и поможет привлечь новых зрителей. Уже есть у нас в данный момент, на момент записи видео, релиз на iOS 16.3.1. Она немножко хуже по автономности. Я отталкиваюсь от данного своего устройства. У меня на 10 минут меньше от предыдущей, от текущей, на которой я сижу, на 16.3. Она лучше всех. И давайте я же вам покажу, как все-таки настроить данную версию. Что нужно включить, что оставить, что выключить. В принципе, полный функционал, как использовать ваше устройство так, чтобы оно достигало таких показателей. Более 7 часов использования и более чем 7 часов. Сроки будут просты. Первое, что я вам посоветую включить, это энергосберегающий режим. Вот эта вот иконочка. Вот как она активируется. Вы заходите в настройки, пункт управления. Выбираете его вот здесь снизу, нажимаете на плюсик, чтобы он у вас здесь появился, энергосберегающий режим. И включайте его на постоянной основе, это снижает производительность процессора в половину, и все задачи рубятся наполовину. Это то, что нужно вам знать, включайте. Выключайте его только в том случае, если выполняете какие-то тяжелые задачи, где нужно, чтобы ваше устройство выполняло свой весь потенциал на все 100%, там, допустим, фото, видео снимать, либо монтаж, тогда выключаете. А так, в принципе, используйте постоянно в этом режиме. Ну, или, конечно же, когда играете. Дальше, переходим в настройки сотовой связи. Вы, когда используете сотовую связь, вот здесь вот те ползунки, которые включены, оставьте для того, чтобы работал у вас интернет с этими приложениями. С теми, которыми не используете, уберите, это расход трафика. И вообще на сотовой связи, на сотовом интернете больше энергопотребления, нежели на Wi-Fi. Поэтому обратите на это внимание. Точно так же, как и обновление контента. То есть вы в обновлении контента, когда используете Wi-Fi, неважно, или только по Wi-Fi, или я вообще выключил, чтобы не было никакого обновления контента, потому что будет потребление большой энергии. Все. Это то, что вам нужно знать. Точно так же настройки яркость экрана, так, чтобы оно было более-менее для вас эффективным. И этого будет достаточно. Все. После этого ныряем дальше в конфиденциальность, системная служба геолокации. Здесь выставляете на те приложения, с которыми будете работать, либо при использовании, либо вообще рубаете. Системные службы все отключаете, оставляете только несколько пунктов, как у меня. Нажмите на паузу, посмотрите. И особенно вот эти вот три пункта отрубаете. Потому что это данные аналитика iPhone, маршруты, трафик, улучшение карт. Это все делится с компанией Apple. Это постоянно, опять же, за вас устройство работает, оно вам не нужно. Отрубайте. Все. Здесь разобрались, назад выходим, опускаемся ниже. Вот здесь, где аналитика улучшения, здесь тоже все отрубаем. Это то, о чем я говорил, это все то, о чем будет делиться вы с компанией Apple. Отключаете рекламу от Apple, отключаете отчеты конфиденциальности приложения, здесь ничего не нужно. Все,
Это то, что вам нужно было знать. Все, здесь у нас все уже закончено. Да, ребята, экранное время — это самый прожорливый пункт. Если он у вас включен, а отключайте его. Он действительно больше всего из всего того, что я перечислил, потребляет энергию. Отключаем. Вот это самое то большое потребление, которое я вам сказал. Сотовые данные больше едят, чем на Wi-Fi. И конфиденциальности подключайте те, чтобы отсылала вас за компанию Apple. Все, этого более-менее чем достаточно. Так вот, друзья, как сами видели, ничего сложного нет, все в принципе просто. И это при том, что моя текущая емкость 89%. Только задумайтесь, что действительно у меня 11% емкости потеряно, а результат таков, как на тестах у ребят по 100% батареи. Поэтому эти настройки явно применимы, эффективны, используйте. И главное, заряжайте ваше правильное устройство качественными зарядками, оригинальными, не нужно много ватт в него пихать, вы будете портить вашу емкость батареи. В принципе, эти все полезные ссылки будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. Точно так же, ребята, хочу посоветовать свой телеграм-канал, в котором вы можете заработать деньжат. Друзья, а что вы знаете о тех проектах, которые сейчас есть в Украине, где можно заработать по кэшбэк-системе и не только? Я вам могу порекомендовать свой телеграм-канал, где об этом я вас могу ознакомить. Здесь есть для украинского рынка и не только, есть общественный для мирового рынка. Заходите, делитесь с вашими друзьями, близкими и знакомыми, и вместе будем искать эти способы для заработка. Ну вот и все, друзья, я вам все рассказал, показал. Подписывайтесь на канал, делитесь с вашими друзьями, близкими, знакомыми. Дальше больше, скоро увидимся.